Всем привет, меня зовут Елизавета Седых, и это рубрика «Секрет доброго утра». И сегодня мы узнаем эти секреты у сотрудников Алроса ГАЗ. А вот и они. Сейчас будут заходить. А? Доброе утро. Господи, напужали-то как. Тяжело ли вам по утрам просыпаться? Очень. Почему? Потому что спать хочется. Естественно. Не, нормально. Все в порядке. Я рано встаю обычно. Что мешает вам? Может быть, дети, которые на втором этаже шумят. Соседи? Нет, собственно. С утра просыпаюсь, значит, не тороплюсь вставать. Потягушечки, позевать, немножко головой на подушку подавить. Минут 5. Так, посмотрим, чем завтракают сотрудники Алроса ГАЗ. Салатики. Салатик! Тебе нужно позавтракать чем? Обязательно. Чем? Ну, всем, чем... Что найдешь? Да, что найдешь. Колбаску, маслица, бутербродик. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Я не заморачиваюсь по поводу еды, просто кофе. Бросаю масло, капучинатором забиваю, пенка и дорогой элитный шоколад. Я не заморачиваюсь. Каша, как правило, вот, чаще всего супруга успевает, приходится ее успевать, да, все приготовить. А если не успевает? Выговор. У микрофона как раз сели батарейки, а тут, как удобно, проходит акция «Сохрани природу». Мы пополним коллекцию и поддержим акцию. Сначала, да, зарядку, потом прохладный душ. Ну, не слишком, конечно, ледяной. Посмотреть, сколько задач с Москвы поналетело, а потом выпить кружку кофе и пойти на планерку, и все, и нормально. Ну, если зима, я еще на балкон выхожу постоять, как бы позакаляться. Хоть бы предупредили, что будет так холодно. Обязательно пообщаться с коллегами. Да. Пожелать друг другу хорошего дня, и все будет хорошо. Я хочу пожелать хорошего рабочего настроения. От этого очень многое зависит, так скажем. В хорошем настроении будут дела спориться по-другому. Приближение пятницы могу пожелать всем коллегам. Желаю всегда просыпаться с хорошим и бодрым настроением. Вот. Потому что с этого начинается весь день. Ну и все успевать, все запланировано, успеть сделать вовремя, в срок. И с хорошим настроением. Контрастный душ, утренняя проверка почты и моральная подготовка к планерке. Вот что бодрит сотрудников Алроса ГАЗ.